привет, с вами Алексей Янков, и сегодня речь пойдет не о баскетболистах, а о талантливом футболисте, да и просто красавчике, Криштиану Роналду. Итак, поехали. Криштиану Роналду родился в Португалии на острове Мадейра, и в детстве он каждую минуту уделял футболу. Даже когда поблизости не было футбольного мяча, он делал мяч из носков. В 2011 году ученые университета Чичестера попросили Криштиану Роналду поучаствовать в своих биомеханических экспериментах. Итоги этого теста поразили всех. Оказывается, Криштиану прыгает в высоту с места на 44 сантиметра, а с разбега на 78, что на 7 сантиметров выше показателей среднего игрока NBA. А теперь лайфхак от Роналду. Перед каждым матчем Роналду смачивает водой бутсы на 20 минут, чтобы они стали еще удобнее. Когда Ронни был моложе, его очень огорчало поражение команды. И за это его сокомандники прозвали «плачущий малыш». Роналду является наиболее скоростным спортсменом в современном футболе. Если верить данным, игрок команды «Реал Мадрид» способен развить скорость 33,5 км в час. То есть пробегает почти 10 метров за одну секунду. Кстати, Усейн Болт встречался с тогдашним футболистами «Манчестер Юнайтед», за который на тот момент играл Роналду. Усейн считает, что это далеко не максимальная скорость Криштиану. Он бы мог бегать и быстрее, однако его проблема кроется в том, что при наборе максимальной скорости спортсмен начинает сильно отклоняться назад. Бегун дал несколько советов Роналду, чтобы тот смог стать еще более скоростным. Мяч после удара штрафного Роналду летит со скоростью свыше 80 миль в час. Думаю, никто бы не хотел, чтобы его сокрушила такая мощь. В 2012 году Роналду продал свою золотую бутсу за 1,5 миллиона долларов. Эти деньги пошли на финансирование школы для детей. По данным бельгийского издательства Sport Food Magazine, португалец является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его зарплата составляет 12 миллионов евро в год. Это примерно 696 миллионов рублей. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Параллельно я буду выпускать и про футболистов, про баскетболистов, вообще про спорт. Я обожаю спорт, люблю, смотрю, болею. Пока. A snitch nigga, that's the shit I don't like. Bang, bang.